Итак, это ВАЗ-2107 в простонародье «семерка». Четырехдверный заднеприводный седан. Выпускавшийся в СССР и России в период с 1979 года по 2010 год, а разработан это чудо на Волжском автомобильном заводе. На сегодняшний день самый востребованный автомобиль среди пенсионеров и чучмеков, которые только осваивают малый бизнес на продуктовых и вещевых рынках. Причем связь тут стопроцентная. Пенсионеры покупают новые семерки, ушатывают их до неузнаваемости, возя на дачу грабли своих старух, а потом за копейки продают их чучмекам, а те, довольные, развозят дыни по торговым точкам. Им плевать на внешний вид и на то, что про них говорят люди. Их цель – заработать как можно больше денег. Поэтому делаем магнитолу погромче и расслабляемся. Будь жизнь будет слаще, за тебя Колым отдам. Душу я валу продам, и как будто бы с небес все к тебе толкает вес. Несмотря на то, что она в таком плачевном состоянии, а именно здесь украли панель приборов, она, в принципе, едет-то неплохо. Даже толком люфта руля нету. Как-то она так управляется почти как новый автомобиль. По подвеске неушатанный, двигатель, в принципе, тяговитый. Тормоза там хреновые. Сколько осталось бензина? Датчика нет. Зарядки аккумулятора? Датчика нет. Давление масла? Датчика нет. Никаких датчиков. Автомобиль действительно преобразился, стал дерзким, и даже хочется понарушать правила дорожного движения. Опа! Ох, встречка опять, да что такое? Давай, газ в пол, выезд на встречную. Улыбайся, это все в первый раз. Ничего уже не повторится. Еще малолетки покупают такие тазы и тюнингуют их, вкладывая очень много денег, сил, средств и терпения. Хотя это можно сделать гораздо проще. Меня всегда мучил вопрос, а что будет, если в двигатель попадут несколько пуль? Есть только один способ это проверить. Пусть детские мечты осуществятся. После того, как я расстрелял двигатель, мы со съемочной группой начали любоваться природой и не учли, что бензин под капотом хлестал изо всех щелей. После того, как машина случайно загорелась, моментально приехали спецслужбы. И чтобы нас со съемочной группой не посадили на 15 суток, я стал прикидываться шлангом. Простите, пожалуйста, а не знаете, что здесь произошло? Вы ничего не видели? Вот хулиганы малолетние. А вы можете сказать, что здесь произошло? Пожарные, к сожалению, тоже не знают, что тут произошло. А вот, собственно говоря, на место преступления довольно-таки быстро приехали сотрудники полиции. Пожалуйста, можете нам сказать, что здесь вообще произошло? Сейчас, секундочку, пойдет ответственный по отделу. Вот, и все, естественно, наказание группы, потом все будет открыто. Да, а...